Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. Погнали. Михаил Саакашвили прокомментировал решение Юрия Луценко в последние дни закрыть дело против Игоря Калетника. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Эта мерзопакостная тварь за бабки закрыла дела на всех коррупционеров. Зато до последнего дня в кабинете настаивала на продолжение уголовного дела против меня, и Саакашвили, и других наших соратников». Саакашвили подчеркнул, что если Луценко не будет сидеть в тюрьме, это очень тревожный знак. «Если Луценко не будет гнить в тюрьме, для меня это будет очень тревожным знаком», — сообщил Саакашвили. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.